Назван срок начала производства ударных дронов «Охотник». Серийное производство тяжелых ударных беспилотников С-70 а «Охотник» начнется в России после 2024 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. Выполненный по схеме летающий крыло и малозаметный для радаров дрон предназначен как для автономной работы, так и действий в паре с истребителем в первую очередь Су-57. В охотнике использованы многие технологии самолета пятого поколения. Один из построенных Су-57 сейчас проходит совместные с 70 испытания. В качестве партнера дрон будет разведывать расположение объектов вражеской ПВО и по команде пилота-истребителя уничтожать их. Для этого во внутрифюзеляжных отсеках 24-тонного беспилотника предусмотрено место для управляемых ракет. 3 августа С-70 впервые поднялся в воздух с аэродрома Новосибирского авиазавода, где был собран. В полете его сопровождал истребитель Су-30 СМ. Технические характеристики аппарата засекречены. По данным из открытых источников, он оснащен турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф, Какие ставят на истребители сухого. Между тем на салоне Max 2019 представлен макет охотника с плоским соплом. Оно значительно снизит заметность дрона в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.